Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 августа, и вот добралась я до самых-самых таких редких сортов, до новинок. Сейчас хочу вам показать несколько сортов, которые являются не только новинками у меня, первый год я выращиваю, но и вообще очень редкими сортами. Я вот сейчас провожу с ними большую работу, ведь перед тем, как мне их в каталог внести, это вот как раз те сорта, которые у меня под вопросиками, перед тем, как в каталог внести, мне же нужно показать, посмотреть, соответствуют ли они официальным описаниям. Вот у меня здесь, там, где был вопросик, пишу «соответствуют», «соответствуют», «соответствуют». И сейчас потихоньку я вношу их в свой каталог. Те, которые не пройдут вот эти вот, сравнительный анализ мой не соответствует, значит, буду на будущий год еще испытывать. Некоторые сорта уже второй год. Вот я сейчас вам все их покажу и расскажу. Вот этот сорт я выращиваю второй год. Это трапеза влюбленных. Она у меня под номером 215. В прошлом году я первый раз их посеяла, вырастила. Они мне очень понравились. И нынче я их посадила второй раз. Я сейчас вам подробно о них расскажу. Покажу другие сорта, которые еще такие, как бы, редкие. Вот там в углу у меня индийское мясо. Я уже делала и обзор, и дегустацию. Тоже считается редким сортом. Еще один сорт — это черно-голубой хребет. Вот этот. Он также похож на индийское мясо, тоже считается как бы черноплодным, но внутри на разрезе, вот я здесь разрезала, я сейчас чуть попозже вам покажу его, он все-таки красный. Это вот и индийское мясо, и черно-голубой хребет, конечно, я брала не из магазина, у частных лиц, и поэтому перед тем, как выложить все это, разместить в каталог, мне нужно проверить все эти сорта. Вот этот сорт я уже показывала. Загадка долины роз. Смотрите, какой оригинальный. В прошлом году я посеяла первый раз. В том году он мне понравился очень. В этом году я посеяла второй раз. Теперь буду каждый год выращивать его. Где он у нас? Загадка долины роз, 192 номер. В прошлом году в самом конце он у меня появился в каталоге, и кто-то уже, возможно, его брал. Он очень интересный, перцевидной такой гофрированной формы. Потом, вот еще очень интересный, дедушкина петушиное перышко называется, 211 номер. Смотрите, какие интересные, как бы летящие такие с носиком помидоры. Тоже получила от частного лица. Многие из этих сортов в магазине, конечно, и не купишь. Некоторые, конечно, продаются. Вот этот вот полосатый шоколад в прошлом году уже у меня был. И в этом году я его тоже высаживаю. Очень красивый, очень вкусный сорт, по-моему, американский. И вот эти вот еще перцевидные полосатые. О них отдельное видео сниму, потому что все люди спрашивают. В одном из видео увидели их. Очень красивые, вот с такими золотыми перламутровыми полосками. Прекрасный сорт. Но сейчас я хочу рассказать вам о сорте трапеза влюбленных. Перевод. Она может быть под разным переводом. Завтрак любовников, потом трапеза влюбленных, обед влюбленных. Но у меня она в каталоге под наименованием трапеза влюбленных. Все эти названия, они... все они действительные. Хочу о нем рассказать. Видите, что она напоминает собой плод, как загадка природы. Это биколор. Сейчас нож возьму. Так, нож не приготовила, теперь не могу найти. Это томат биколор. И также, как загадка природы, как медовый салют, какие еще такие. Конечно, это очень вкусный, очень сладкий томат. Но вот в теплице я его в этом году посадила. Не очень удобно выращивать. Очень мощный куст. Мощный куст, он вообще двухметровый. Конечно, индетерминантный. Он вырастает до потолка. И ладно, был бы он только высокий. Но он еще и сильно, мощный. И ствол толстый, и листьев много. Он занимает много места. В прошлом году он у меня рос на улице, нынче в теплице. И вот теперь я уже могу точно сказать, что и на улице, и в теплице этот сорт прекрасно вызревает. Вот смотрите, какая
Разрез, какая мякоть? Ну, сплошная мякоть. И в описании написано, что это томаты желтого цвета с красным штрихом. Но не удивляйтесь. Вот видите, вот здесь желтый цвет, а красный штрих, он преобладает. Не удивляйтесь, что на одном кусте у вас могут быть совершенно разные томаты. Смотрите, это вот такой красный штрих преобладающий. Тут красный штрих такой, как бы редковатый, редкий красный штрих. Тут красный штрих вообще весь в красном. Видно, что вот желтые немножко пятнышки с улицы принесла. Я хотела показать на кусту, но у нас такой ливень на улице. Вообще, вот я еле-еле насобирала три сорта. Смотрите, какая красота. Но может на кустике быть и вот такой томат, который желтый, но красным, с красным штрихом, с очень-очень редким. Это тоже трапеза влюбленных, тот же самый томат. И вот в том его и прелесть, что он вырастает всякий-всякий-всякий разный. Здесь красного цвета совсем-совсем мало, но все равно это тот же самый томат, потому что я рвала с одного куста. А на самой верхушке, вот маленькие томаты, которые самые-самые верхние, они прям бордовые, вот такие вот. Все, вот это трапеза влюбленных. Это, как и все томаты Биколор, конечно, он сладкий, конечно, он вкусный. Конечно, он мясистый. Сейчас попробую. Даже ноты кислинки в нем нет. Но это ясно, что томаты дозрели полностью, вызрели. Все, вот это редкий томат, трапеза влюбленных. Я не знаю, продается ли в вашем городе там, в магазине. У нас в магазине его нет. Я получила от частного лица семена. И вот в прошлом году у меня было всего два семечка. Драгоценных таких, я их выращивала на развод. В этом году у меня уже несколько кустиков. Сейчас я его в каталоге, где был вопрос, поставлю, что семена есть. Пожалуйста, кто хочет вот такой диковинный сорт у себя на участке вырастить. Сладкий, мясистый, но очень высокий и мощный. Места он потребует немножко чуть больше. Это вот трапеза влюбленных номер 215. Все.